Сегодня же на совещании председатель Кабинета министров Чувашии Иван Моторин вручил государственную награду прокурору республики. Владимир Метелин прослужил в республике ровно 10 лет, максимальный срок полномочий прокурора субъекта. В этом году он собирается на пенсию и хочет остаться жить в Чувашии. Поэтому подал заявление об увольнении по собственному желанию, которое президент страны удовлетворил. За вклад в укрепление законности, защиту прав и свобод граждан Владимир Метелин удостоен медали ордена «За заслуги перед Чувашией».